День матери в этом году отмечается 26 ноября. В канун праздника люберецких мам и бабушек поздравили в торжественной атмосфере. Многодетных матерей округа и юбиляров семейной жизни отметили наградами. Концерт прошел во Дворце культуры. Самый трогательный и душевный праздник – День матери. В Люберецком ТК собрал в основном представителей женского пола и тех, кто гордо носит звание «мама». Для работницы Тамилинского детского сада Юлии Жулевой это призвание. Воспитывает детей на работе и дома, своих у нее пятеро. Я просто сама из многодетной семьи. Всем желаю, мамочкам, девочкам, которые будут будущими мамами, чтобы не боялись. На самом деле это несложно. Я считаю, если бы у меня была возможность, я бы родила бы еще, конечно же, да. Ну, рожайте. Дети – это прекрасно. Из рук главы на празднике вместе со своей семьей Юлия получила благодарственное письмо. Она стала первой люберчанкой, ставшей победительницей конкурса «Мамы Подмосковья». На этот раз награжденными за свои заслуги стали 7 отличившихся матерей. Со сцены также поздравляли бабушек и юбиляров семейной жизни. Я искренне желаю каждой женщине, чтобы рядом было надежное мужское плечо, потому что это тоже очень важно и тоже, наверное, главное. И пусть ваши дети будут благодарны вам, что вы у них есть. И будьте у них как можно дольше. Конечно, в современном мире сложно совмещать работу, дом и семью. Но на то они и мамы, чтобы все успевать. Тому пример члены сообщества «Мама офлайн». Для них материнство не повод сидеть сложа руки. Когда вот ты стал мамой, у тебя открываются двери в новую жизнь. У меня пример множества мам, которые реализовали себя именно став мамами. И придя в мир материнства, ты можешь уже реализовать себя где-то с творческой стороны. То, где вот эти вот задатки были внутри тебя, они всплывают наружу. В этот день со сцены звучали теплые слова. Не менее сердечными были и выступления творческих коллективов городского округа. В то же время в холле можно было раскрыть свои потаенные таланты. Муниципальные организации провели там тематические мастер-классы по рукоделию. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.